представляете, на федеральной трассе, обалдеть, вот такая пробка громадная. Но еле-еле катимся, но слава богу, что хоть не стоим. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Ой, ребят, мы встряли. Выехали, называется, после завтрака. Там просто задница полная. Сними его с той стороны. Да, я вот так сейчас покажу. А этот встал. Там в горку. В горку. Там такая вереница тянется. Выехали мы с Симферополя только на эту главную трассу, которая на Керчь ведет. Ребята, это жопа, просто жопа. Представляете? Других слов нету, да? Ну мы что, мы поздно выехали, мы в 11 выехали из Алушты. Мы, короче, в Симферополе в пробку стояли. За Симферополем вышли уже на трассу, где сказали 200 с чем-то километров по прямой, и здесь пробка. И здесь пробка, и причем какая пробка? Уже 20 минут второго, вот мы, считай, 2,5 часа, да, едем с Симферополя. Вообще кошмар. В багажнике смотрят, попросили открыть багажник.